Граждан Украины среди пострадавших в результате стрельбы на дискотеке в Германии нет. Перестрелка произошла сегодня ночью в городе Констанц. Есть погибшие и раненые. Все подробности у Татьяны Лагуновой. Первые звонки о перестрелке поступили в полицию около 5 утра. Очевидцы сообщили, мужчина, вооруженный автоматом, зашел в ночной клуб и начал без разбора стрелять по посетителям дискотеки. Погиб один человек, тяжелое ранение получили еще 4. Умер и сам нападавший, его застрелила прибывшая на место полиция. Уже известно, что стрелку было 34 года, он уроженец Ирака, давно жил в Германии. Но вот мотив пока непонятен. Версию теракта как основную полиция, впрочем, не рассматривает. Мол, скорее всего, это было преступление на бытовой почве. До сих пор непонятен и мотив палестинца, который в пятницу устроил резню в супермаркете немецкого Гамбурга. Его задержали, но уже несколько дней мужчина молчит и не отвечает на вопросы следователей. Нам известно, что нападавший был исламистом и мог иметь религиозные мотивы. Но в то же время у него были и проблемы с психикой. Мы не знаем, какой именно фактор подтолкнул его совершить атаку. По последним данным, в результате резни погиб один человек, еще 7 получили ранения. Полиция уже выяснила, нападавший прибыл в Германию как беженец и попросил убежища. Ему отказали, но депортировать не смогли из-за отсутствия необходимых для высылки документов. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».